Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как идет создание инженерной защиты на 7-м этапе Тавриды. Вот мы находимся на краю выемки. Вот видим, подпорная стена комбинированная, то есть буронабивные сваи и верхний пояс с анкерным закреплением. Вот там наверху анкерное закрепление с использованием анкерных плит. Это буровая установка бурит наклонные скважины под анкера. Вот эта дорога уходит туда, на Севастополь. И вот тут можно получше рассмотреть устройство анкерных плит и самого анкерного закрепления. Вот уже выполнены скважины. Вкладывается арматура плит, потом плиты будут бетонироваться. Здесь вот завершается устройство буронабивных свай. Вот отбивают оголовки. Туда сверху приваривается арматурный каркас специальной формы. Справа мы видим, как это выглядит. Ну и далее это будет бетонироваться таким сплошным поясом. И потом выбирается грунт и получается стена. Еще промежутки между буронабивными сваями тоже заполняются бетоном. Вот сейчас оценим длину этой будущей подпорной стены. Смотрите, где она начинается и сколько свай вот уже в ряд пробурено. Ну, какая длинная. Вот, а там дальше уже асфальт. Вот это готовая подпорная стена. Ну, практически готовая. Тоже выполнена из буронабивных свай. Сверху монолитный пояс, анкерные тяги. И пространство между сваями заполнено бетоном. И справа тоже в процессе кусочек стены. И вот отсюда видно этим грунтом отсыпают. Там какие-то откосы, по-моему, отсыпают. Сейчас посмотрим. Кидают в дробилку экскаватор. И дальше погрузчик грузит на машину. Вот сюда это все идет. Экскаватор-погрузчик все это планировку выполняет, этих отсыпанных откосов или что-то. Анкерная затяжка представляет собой плиту и анкерную тягу. В качестве анкерной тяги используют пучки высокопрочной арматуры, снабженные верхним анкером. Нижнюю часть пучка заделывают в устойчивые, расположенные ниже поверхности скольжения оползня грунты. Анкерная конструкция позволяет прижать смещающуюся массу грунта к устойчивым грунтам, тем самым создается упорная грунтовая призма, воспринимающая давление расположенных выше по склону оползневых масс грунта. И вот так наше видео завершается.
Тут плохо видно, но уклон здесь градусов, наверное, 40 был. Всем до новых встреч. Дальше будем снимать, стараться и что-то еще интересное по этой теме. Всем спасибо и пока.